Может, сложность повыше поставим, это что-то вообще изи. О, подключение к партнеру потеряно, для смесных нужны два игрока. Серьезно? А так партнер. А почему партнер, ты чё? Так там было написано заново и выйти, я вышел. А, не-не-не, ну мы с тобой как бы в команде, но это, не партнеры. Го выживание на охоте. Инструктаж. Имперские войска захватывают заснеженную планету Хот, а последний корабль повстанцев улетает без вас. Драматично. Адмирал Акбар вскоре осознает свою ошибку и собирает лучших техников, чтобы вам помочь. Рано, рыба. Да. А вот нельзя было не улететь просто без нас. Вот просто не улететь. Нужно было спасать. Артём, в этом проблема, в принципе, всех Звездных войн заключается. Просто вот ты сидишь и думаешь, а нахера они это делают? А потому что все тут это дружба, все дела. Продержитесь до тех пор, пока повстанцы не разблокируют имперские пароли к кораблям на базе. Затем сбегите на Сноуспидере и соединитесь с флотом повстанцев. Сноуспидер. А чё, реально надо будет сбегать на Сноуспидере или придется? Нет? Окей. Ну блин, если да, то круто. Доверитесь инстинктам, и да пребудет с вами сила. Доверитесь умной ракете. Да, именно. А где ты столько умных ракет взял? Я не понял в конце предыдущей карты. У меня не было их, я гранату использовал. И на второй кнопке были какие-то патроны. Не знаю. Ладно, я сейчас тоже возьму другой класс. Видимо, как раз эффективные против них. Ладно, Go мастер, да? На сложности мастер? Третий из трех? Да. Да, да. Бластер. Так. Че ты брал в прошлый раз? Ты юзал энергетический этот арбалет. Кого? А как он называется? Энергетический арбалет. А, это. Я хз, я что-то даже не понял. А тут еще на разную карту различные наборы. А ты какой в прошлый раз юзал оружие? Оно стреляло нормально? У меня был ионный выстрел, термальный детонатор. Вот ионный выстрел хорошо сносит. Ну и вот... гранатка полезна. А у меня было... энергетический арбалет, но он заряжается долго и стреляет просто в линию несколько зарядов. Упадет, не попадет. Ну, он так. Применять хз как. Я тебя спрашиваю про основное оружие, про бластер. А, про бластеры? Мне понравился ЕЕ-3. Хорошо он носит. Окей, тогда я возьму его. Модуль охлаждения. Я даже... Да, по-моему, лучше первый взять. Хотя вот арбалет этот... Хз, я возьму мародер. Не хочу с этим арбалетом гонять. Ожидание партнера. Сейчас, короче, нас это покромсают. Контакты? Нет, повстанцев не видно. Ладно, идем дальше. Да уж, по крайней мере, так мы сами. Кто за бабу на этот раз? Ты, я уверен. Кто справа, тот и баба. Лежит. Нельзя отходить от спидера. Нет, слева уже. Я баба, о, блин. Твою мать, или ты баба? А хер поймёшь, я баба. А, окей. Взломом их кодов, но нам потребуется время. Продержитесь немного. Давай. Сюда, я жду. У меня очень плохое предчувствие. Давай, на счёт три. Раз, два. Ладно. Козёл, как ты посмел это сделать, а? Норм. Подожди, давай. Правой иду. Насчет три. Слева. Нет, не хочешь, нет, ну ладно, хорошо. Что-то у меня как-то слишком громкая игра, надо потише делать. Я на 80 поставил, мне норм. Сраный дрон. Тебе удалось их отбросить. Сейчас я потише сделаю. Нет, можно подредактировать настройки. Вот так норм. Да, вот так норм. Так это та же самая карта, что и в этом... В бете было, да? Мультиплеере, да. Теми же самыми размерами, причем. Ну, размер, я думаю, нет. Не думаю, не заставит нас так далеко бежать. Ау. Сзади. Тут, кстати, укрытие есть. Ну, по крайней мере, это... Более или менее адекватное. Да, а эта винтовка ставит хедшоты, по крайней мере, в отличие от тяжелого бластера.
Капсулу? Капсулу. Так, на где улице, капсула? Полагаю. Сканеры обнаружили первую капсулу. Нужно скорее до нее добраться. No shit! Поскорее добраться до капсулы, нам говорят, Артём. Интересно, где тут будут эти ST? Меня интересует. Где они будут заходить? Вау, слушай, тут защищаться вообще прекрасно. Угу. Так это изи карта вообще получается. Ну так да. И укрытие есть, если чё. О, я О, Артём, слушай, я все, я крыса кемпи. Я держу право проход. Здесь бы еще это поставить. Турельку было бы вообще замечательно. Я поиграю сейчас с видом первого. О май гад. Я вышел такой, так у меня хп мало, я хилюсь. Такой наглый подбежал такой и начал захватывать. Нет, с этим... А вот этот что ли? Да. Спасательная капсула наша. Найс. Чё там? О, аж три. У них всегда три. Турель против техники. Умная ракетка. Удар с орбиты? Где? А как эти здесь пройдет? Без понятия. Как удар с орбиты? О май гад, я хотел. Надо жизнь подобрать. Он же не пройдет, да? Вы уже не подобрать. Сверху запрыгнет, что ли? Ну, может, зайдет сюда в ангар. Без понятия. Может, здесь будет не идти, идти кто-нибудь другой. Нет, ну в ангар-то он зайдет, не вопрос. Ну, вот дальше. Где здесь удар с орбиты применять, я вообще хз. Один враг, Артём, остался. Мы не убили. Что? А, вон он тупит. А, это он как раз, да? Окей. Окей, я зашел в тупик. Артём, подожди. Подожди, я не знаю, где. Я. Что-то все плохо, по-моему. Вижу пацана. Я трофей собрал. О, я вижу идти. Я будет. Это эти. Ну, так тоже норм. У меня самая бесполезная херня на свете, серьезно. Кстати, вот у этого Warbred есть функция заряда, она что дает? Ты без нее стрелять не сможешь. Короче, говно это какой-то Warbred, да. Если честно. Я согласен. Абсолютно. Джетпак как-то полезнее будет. Фак. Пока. Граната пошла! Слишком много, слишком... Я зря вышел. Вышел осторожно. Я тоже. На по-моему, один штурмовик уделал. Давай, используем жизни. Погнали. Ну, басы сраные. Артём, ну в общем, не делаем так больше, расслабились немножечко, чё, может? Угу. Мы же всё-таки на мастере играем. Надо найти место кошерное, не можно защищаться. Да вон там, вот то место, которым... Вот, капсулы. А, гоу капсули, там отличные защитные места, кстати. Прям с этими капсулами. Чё, на то же место капсула, что ли, упала? Не-не-не, на другое место. Но там тоже тупик. Смотришь, как шикарно. Да, тоже неплохо. Не так хорошо, конечно, укрытия нету. О, тут слева справа могут пойти. Слишком много подходов. Ну вот здесь можно сесть. О, там информационная деятельность занимается телевизор, окей. Один идет. Где? Шел, ну ладно. Это был робот. Фак. Я почти труп. Артём, я труп, я сижу, ничего не делаю. Фак, сзади! Я труп. Они выносят жестче просто. Слушай, осторожно. Охереть.
Ты все, ты мертв? Угу. Они сверху прыгают. Я завезу. Давай. Зря вид от первого лица включил. Не, они жесткие, жесткие на сложности. Но зато там бонусы к себе. Ну да, они выносили сталь намного сильнее. Да и жизнь у них, по-моему, больше стало. Ну да. О май га... Что? Оооо, обошел сзади. Фак. Давай заново. Угу. Фак. Не, ну все, поняли, откуда не могут зайти, все отлично. Мне так дроид нравится, который вот сейчас так сидит, такой, ня, что произошло? Вот это вот рот у него внизу между двумя глазами. Или я упоротый. Скорее всего, и то, и другое. Так, окей, бластер мне понравился. Let's go. One more time. Контакты. Имперцы использовали свои коды полета для блокировки аэроспидера. Мы работаем над сломанным кодом. Так, о, я нашел турель. Потребуется время. Продержитесь немного. Вау. Ну здесь так себе, тебе скажу. Радиус действия этой турели просто замечательный. Ну как, сзади, наверное, не зайдут. Нет, зайдут. Ой, нет, разведроид. Ой, нет. Замечен имперский разведроид. Готовьтесь стрелять по имперцам. Разведроид идет к тебе. Да ко мне все идут. Да, а я еще непонятно, стреляю или нет. Я вообще никого не убил. Не знаю, всех положил. Ура! Серьезно? Артем. Зеленый, правда? Артем. Немножко. Сюда! Я жду! У меня только что две, по-моему, этих эмоций смешались. Которые бум! И вот это вот. Я плохое предчувствие. Из тяжелых бластеров. Не, у меня такое чувство, что просто враги, которые на второй сложности выходят на десятой волне, тут выходят на первой. Или на второй. Ну да. Он так есть. Ну, вроде в ангаре Право. Никого. Вверху идут. Господи, этот козел так долго убивается, но выносит просто капец. И хп может дольше придержаться. А может быть вообще никаких изменений, мы просто тупим больше. Сканеры обнаружили капсулу. Первую капсулу. Нужно скорее. Она, кстати, на радаре появляется быстрее, чем на экране. О май гад, она снаружи. О май гад. Может не стоит? Я хз, если оттуда будут враги идти. А нет, они идут как раз таки изнутри. Гу-гу-гу-гу-гу. Просто сядем за ней и все. Садись за ней. Один за турель сел. Уже убрал. А ты не начал присваивать, окей? Ладно. Пятеро осталось. Из ангара сзади, пойдут. Сзади могут зайти? Не-не-не-не-не. Там обрыв. Ты что, всех убрал, что ли? Всех пятерых? Да. О май гад. Надо было раньше захватывать начинать. О, жизнь. Надо будет за жизнь сразу бежать. Хотя это отличное место, чтобы роняться, кстати, тоже. Там, кстати, иди ходят на заднем плане. Ну да. О май гад. Так, ничего будет, нет бонуса. О, у меня ракетка есть, изи. Пушка-бластер. А у меня пушка-бластер. Подожди. Не уходи. Давай, вот здесь сидеть. Сидеть будем здесь. Думаешь? Да. О, я идти уже вижу. А, он один. О май гад. Понятно. Бросаю гранату!
Он меня убил, сволочь. Ооо, подожди, не возражайся так, не возражайся. Я знаю, знаю, я сейчас прибегу. Мы, кстати, волну завершили. О! Жизнь подбери там, ты рядышком. А хотя не, лучше беги. Я к тебе бегу. Окей. Ты бонус взял, да? Капсу. Фак, рядом со мной враги. Два здесь, кстати, кошерно. Защищаться. Мне кажется. Хотя нет, сейчас со всех сторон зайдут. Ты уже... тут, кстати, всего два подхода. О, май фак. Что, где там? Душа. Их много, я не пробегу. Ты что, гонишь? Ты меня одного оставил, что ли? Ты меня одного оставил! Я так-то за сердечком побежал, если что. Ну, так-то, знаешь, жопа тут, ты-то хера. Ну, их нету уже, я их убил. Фак. Еще гранату им закинул. Нормально, троих одним ударом. Где-то один остался. Я вроде... А, мне... Иди ко мне! Тут же я турель поставил. Подожди, одного вынесу. Если это не идти, идти... Не-не-не. Он где-то здесь, он у меня. Нет, он у меня, я вижу. Прямо видишь? А потом беги сразу ко мне. Какой он в жопе, а. Нет, он... У меня он еще спереди где-то. Ты уверен, короче, что я... Короче, я бегу к тебе, плевать. Запарил он. Да как бы его убить надо? Погнали его вместе, его вытащим откуда-нибудь из жопы. Он вот там вот. И где-то здесь? What the fuck? Где он спрятался? What the? Нашел. Ах ты тут! В рукопашную! Все, давай! Отлично, отбежать! На! Как он летел? Гол к турели! Или сейчас капсулу пришлют. Фак! Ладно, ждем капсулу. И капсула? Где капсула? Она слева, здесь. Где первый раз оборонялись. А, окей. Хорошее место. Давай, как обычно. Как обычно, ты как? Ну, ты передний проход, я... Подыхаем. Да. Если слева идут, говори, я помогаю. Давай, я центральный и правый я держу, а ты левый и центральный. Короче, я вот здесь буду сидеть, ничего не знаю. Один идет. Ну, по карте видно. Странный дрон. На, еще граната. Меня много. О май гад, меня убили сразу. О май гад, их слишком много, Илюша. Ты сдох тоже? Да. Вау. Начинаем. Просто набежали. Капец просто, монголы сраные. Имперцы захватывают спасательную базу. Надо их остановить. Юзаем эти. Я уже заюзал. Стреляют. Сзади. Господи, только что чувак врезался в потолок. Эти ублюдки с реактивными ранцами. О, сзади! А сзади-то как? Я живу. Я побежал за капсулу, Артём. Убивай их. Да мне с этим, с... Не, я не успею. Они забрали капсулу. Фак. Бежим тогда к этой турели, если она осталась. Ярика. Они отобрали турель, seriously? О май гад, Артём, они отобрали турель. Ярко. Давай тогда здесь сидеть, что ли? Думаешь? Да. Здесь открытое пространство, видно, откуда придут. О, жизнь появилась, фак. Ладно, сбегаем между волнами. Если, кстати, нажать кнопочку C, не зажимать ее, да, а нажать, то ты переключишься с плеча на плечо. Били. Вроде. Нет, жив. Ты что, сдохнешь-то, а? Давай этого оставим, не убивай. Пошли за... Зачем? За сердечком надо было. Оставить его, чтобы время было сходить. А. И да. Это сейчас снова и заспаунится, и все, капец. Вспоминается этот Call of Duty режим зомби. Та же школа. Причем нашли-то сами вроде как все.
это дело. Ну, то есть, мы сами разобрались, как это делать и прочее. А потом этот все остальные юзают, и ты думаешь, это как бы у нас сперли или это коллективный разум? На, тварь. О май гад. Дабл. А может нам бегать реально от них? Не знаю, можно. Тебе нужен заряд вон там впереди, потому что... Есть хорошее место. Хорошее место, которое... Которое надо... Ты уже убежал, да? Да-да-да. Не, там плохое место, если они мясом придут. У этой винтовки один большой жирный минус. Они идут оттуда, они идут. Лол, как он прилетел ты. Они все оттуда идут. Абсолютно. Дай, бичес! Один сзади решил выходить. Кстати. Тактически решил обойти. О, летающий парень! Бум! Блин, даже не с первого раза дох. Артём, сейчас капсула прилетит. Скорее всего, прилетит на вторую позицию, на которой мы оборонялись. Пропустите капсулу, которую мы вам отправили. Нет, летит... Там нет, мне в стиме пишут, окей. Сканеры засекли еще одну капсулу. Люша, стой. Я за тобой, да. В смысле, ты за мной. В смысле, я тебя вижу. Приготовьтесь защищаться, они атакуют. Плохое место. Можно отойти сюда, можно отойти сюда. Давай сюда отойдем. Не лучше. Ну блин, лучше, чем с четырех, если позиции будут атаковать. Здесь, по крайней мере, никто не взлетит. Ну да, так-то. Как вот переключить вид, чтобы как бы с правого плеча был? Нет, никак. С нажать, я же тебе говорил. Нажми С. Один раз. Так нет, С это. Не зажми С, а нажми С. А, понял, все, вот так удобнее. Как меня убил этот шумный тень? Люша, беги отсюда, просто беги. Не могу. О май гад. Все, юзаем, да? Да, юзаем. Инициатива на стороне имперцев. Однако мы еще можем ее перехватить. Я вижу свет. Где капсула? Я не вижу капсулу. А, она распаковалась, окей. Оу, фак. Оу, фак, они повсюду. Вот это я выбежал. Ты сдох? Я сдох. Фак. Я как-то выбежал не очень удачно. По-моему, знаешь, по-моему, надо как Mass Effect просто бегать постоянно от них. Хочешь сказать, что все игры Electronic Arts... А! Нет, сосать! Сосать! Да почему я стреляю в этот-то? Их слишком много, Илюша, кидай гранату и беги. Я это и хотел сделать. Илюша, бегу! Пися там. Видишь, чтобы сзади не зашли. Да я смотрю на радар. Они помечаются на карте. Да. Тихо ты. Фак. Фак. Откуда, как? А, понятно. Охереть, ублюдок. Прибежал один такой. Я пойду-ка я за бонусами сгоняю. О май гад, вот этот козел мне снес 75 хп. Понял? Понял, не дурак, понял, ухожу. Сейчас я спущусь не за бонусами. Последний, да, остался? А что, тактика работает, смотри. Сейчас я выберу себе самый клевый. Ой, еще трофей. Турель против техники. Пойду-ка я ее поставлю. Потому что сейчас же придет этот ATST. Поставлю сюда. Нет, лучше дальше ставь. Потому что он не сможет вообще тебя задеть, если ты дальше поставишь. А ну все. Она автоматическая. Приготовьтесь к очередной волне. Турель автоматическая. А, турель, точно, все понял. А ты что не взял бонус? Прямо рядом с тобой. Я взял, у меня уже есть просто этот... обитальная бомбардировка. Пушка-бластер. Осторожно, тут снайперы. Может, пойдем отсюда? Да.
Только куда? Только сердечко надо бы взять. Гоу, сердечко возьмем. Гоу, кто там замечен-то? А, с тяжелыми бластерами. Нет, снайпера. А, снайпера. Полупак. Это открытое место мне не очень нравится. Подожди, стой, стой там, я заберу сердечко, пойдем назад. Давай. Все, забрал. Да. Слушай, слушай, а у меня есть турель, я могу здесь поставить ее. Гоу! Давай, давай. Во, давай, давай так. Держи мой зад. У меня есть орбитальная бомбардировка. Держи зад. Артем, зад держи! Зад! Там же... Держу я твой зад. Никого, блин. Ладно, помогай мне. Норма не выходит. Один враг остался, кстати. Да легко! Давай здесь сидеть. Давай. Если, конечно, сзади не подойдут. Мне бы еще орбитальную бомбардировку заюзать. Она здесь вообще не работает, кстати. Только на улице. Вообще бесполезная херня. Ага, абсолютно. О, 10 плюс врагов. О, у нас два ATST, судя по всему, судя по карте. Видишь, маленькие тачки. Или дроны, или сзади идут. Тебе один дрон идет. Дайте помогу. Окей, это было быстро. Да вроде только спереди идут. Пока. Да, приятель. Илюша. Больно. Слишком много. Я знаю, но я стреляю. Они нормально. Они быстренько умирают. Мне щит сняли из турели. Фак! Ты сдох? 25 хп. Нет. Не, прячь, прячь, прячь. Здесь просто ублюдок был один. Ты же не бешеный, а? Вот эти вот особенно. Я только что стрелял по тебе. Найс! Чё? Я предлагаю отсюда вообще не уходить, Артём. Может, ну нахер эту капсулу, которая прилетит. Да. И тут где-то далеко. Ну или знаешь, что сделать? Можно оставить просто одного и пойти капсулу захватывать, когда один будет. Захватим ее, возьмем бонус и вернемся назад. Как тебе такая идея? М? Ну не знаю, сомнительная как-то. Ну просто помансуем вокруг одного кретина. Дрон этот сраный улетел, пошли его найдем, вынесем ему мозги нахер. Кусок. Ты уверен, что это дрон? Да, это дрон был. Я прям видел. А, окей. Ну вот писюн, вот, который висел его. А что-то, подумал такой, да не, я не буду. Давай его в ближнем бою вынесем. Ты что шутишь? А если он взорвется и нас вынесет тобой? Он уходит от нас, слушай. Ну давай ближнем. Я пошел один тогда. Давай. Давай. Папашку. Найс. Давай, давай. Бежим назад. Мне бы это дерьмо заюзать орбитальное. Ну ты можешь его поменять в любом случае. Как поменять? Ну, когда тебе выдадут что-то. Вот. О! Она прямо рядом с нами, Артём! Просто ва! Маковка! Ага. Изи! Все, идем назад на позицию. Вон, видишь там, ну, короче говоря, бонусу подходишь, и где-то зажимаешь и меняешь бонус. Все. Правда, у этой турели не осталось щита. Это печально. Проблематично. Я сейчас быстро вниз, кстати. Выстрел в голову. Он тоже сел. О май гад. Есть френдли файра, нету? Люша, отходи. Люша. Давай, давай, давай. Стреляй по ним. Я их отвлекаю. Три врага осталось, я пошел убивать капсулу, Артём. Один справа, не убивай его, не убивай его. Все, последний остался, не убивай. Вижу. Мансуй. Окей. Бедный парень, я не понимаю, что происходит. Давай, разводить его с двух сторон. Подожди. Только не смей подходить под капсулу. Не смей активировать капсулу, не смей, давай. Я выстрелил. А, все, окей. Не сдавайтесь! Враг готов нанести мощный удар!
Давай быстрей, открывайся. О, Артём, сразу. Как там говоришь, Е нажать? Да. Сидечка! У нас бегать за сидечко по любому. Готовьтесь! Быстрее, ну же! Как раз, кстати, у сердечка не будет врагов. Давай, 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 рожай. Противопехотная турель. Найс. Я ее поставлю здесь. Умная ракета. Найс. Турель автоматическая, противопехотная. Погнали тогда. Зачем? Я здесь останусь, Артём. А, давай, давай. Это на рядом. Они, правда, могут сзади сейчас зайти, кстати. А, нет. Май гад. Мы тут работаем с моим турелью робот-друг. О, фак, 25 хп. Ой. Я сдох, Артём, уходи, уходи, уходи. Уходи. Чё, сделаешь это дело, да? А что именно? Сколько их осталось, скажи мне? Может, 5. Может, сердечко заюзаешь, нет? Не-не-не-не-не-не. Зачем, если чё, оно же не закончится. Просто убивай их нахер. Легко сказать. Ну просто смотри, где они на радаре, убивай их. Вон, возьми этот бонус. Если на... А, у тебя умная ракета. У меня ракетка. Большой единственный плюс то, что здесь мало ATST. Знаешь. Если они есть, они не такие страшные. Просто потому, что он один. У тебя дрон справа. В ангаре. Артём, не беги к нему! Зачем ты на него бежишь-то? Ты псих какой-то! Ты по радару... А, окей. А, пока. Он не ожидал этого. Парниша, ты улетел. Нифига он снес. Да-да-да, он 75 сносит. Еще один такой же. Одним выстрелом. Сколько осталось их? Трое? Один. Один? А, ну убей его! Он убежал уже направо, он убежал направо. Тварь. Найс. Бери там бонус оставшийся. Какой там бонус? А, нет, я бонус возьму. А, у тебя же умная ракета. Нет, тот бонус я забрал, надо другой бонус было брать. А, ты забрал, окей. Блин, я не знаю, где сидеть будем. А, кстати, да, я же не использовал эту ракету-то. Так что пофиг. Я предлагаю здесь сидеть, если что, уйти. Да блин, тут устой. Просто... Нет, тут слишком это... А где это? Страшное место. Не знаю, ниже. Вот здесь где-нибудь. Сакс вообще. И оп. Бежать, и бежать, если что, это... Не, не, го просто их сейчас размансуем здесь. Если что, убежим назад, правда. Мою турельку вынесли. Это контактная бомба, если что. Ну, мина. Да. О, умная ракета у меня. Они сзади идут, получается. Да-да-да. Да-да-да. Пусть идут под бомбу, пусть идут под бомбу. Артём, отходи. Отходи, не стойся там. Не стойся, что? Еще слева могут обойти. Да, я был прав. Уходим наверх. Наверх, наверх, наверх. Артём, правильно, давай, да? Хоть они повсюду. Как-то наверх не очень получается. Так, тут этот бегает. Норм. Просто оживляйся, оживляйся. Они лютые. Просто бешеные ребята. Ты оживился? Да. Бонус. Holy shit, ой, я живу. Ой, фак, ой, фак. Странный снайпер. Где снайпер? Во мне бегает. Убрал. Убрал оставшийся. Отличная работа. Просто отлично. Отлично. На радарах не видно ни одного. Средняя луна. Нам нужна действительно эта капсула, которая сейчас прилетит, или нет? Я думаю, что нет. Ну если она где-то рядом. Зависит от того, где она упадет. По-моему, на первом месте. Нет, она где-то на улице. О, не, нахер. Хотя давай посмотрим, откуда враги пойдут. И пойдем в противоположную сторону.
от врагов. Че? А, давай, окей. Окей, ладно, понятно. С двух сторон. Понятно, еще и TST. Ну, у нас две умных ракеты, окей. Нет, давай их встретим здесь, в ангаре. Как их много! Как их много, Артём, как их много! Просто уходи. Окей, понял. Уходи, уходи, уходи. Очень много, да? Я не знаю, как он меня убил, что он выиграл зречик, окей. О май гад. Отходи, Люша. Меня убила неосторожность, я сам себя убил. Может, кто, ты или я? Я. Давай. А, вот, а-а-а, понял. Давай, тащи. Так, а, меня что, на капсуле? О, да у капсулы просто отличное место было. И турель была, и все остальное. К тебе бегут. Там толпа? За тобой же выехали, да. И TST, и его команда. Поднимай. А-а-а! Твою беги мать! Беги назад просто. А некуда бежать-то? Понятно, понятно. Фак. Блин, ну... Я сдох так криво. Давай заново.